Первый в этом году День здоровья и спорта прошел в минувшую субботу. Свои двери поклонникам здорового образа жизни открыли республиканские и муниципальные спорткомплексы. 11 стадионов, 73 плавательных бассейна, 37 лыжных баз. Для всех любителей физкультуры и спорта был свободный вход. В этом году единый день здоровья и спорта, так же, как и в последние 4 года, будет проходить ежемесячно. Даты заранее утверждены. Бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки в феврале можно будет 17 числа, в марте 24, в апреле 21 и так далее. Напомним, что предварительно нужно зарегистрироваться. За 3 суток до Дня здоровья открывается онлайн-запись на посещение спортсооружений.